Мы посмотрели обращение родителей. И вот выступление. И сейчас будет трогательное выступление. С двадцаткой, да? Да, скорее всего, 22. Как? Их, по-моему, 20. 22. Разве? Потому что 18 и 18. Хорошо. 18, что ли? Ладно, 25. Ну, может быть, 18. Внезапно стало грустно, потому что, ну, это все. Финал. Да, последнее выступление совместное финалистов. 4 месяца так пролетело. Очень быстро. И, ну, еще же как бы монтировали, поэтому. Долго где-то. Я просто... мне вот в этом сезоне очень много мальчиков понравилось, хотя изначально, когда смотрели мою заглавку, я такая, а, что-то это никто не зацепил, на-на-на. О, мне её пачет. Мы смотрим прямой эфир, я напоминаю. Вот, и
сейчас я понимаю, да, что мне очень многие нравятся, и прям я как представлю, что это все, и... Ну, я, конечно, очень с нетерпением жду финальную группу. Кто бы там ни был, я в любом случае буду эту группу поддерживать, любить. Вот. Самое главное, надеюсь, сюда попадет Яо Мин Мин, потому что он заслужил. То есть 6 лет он его как бы непонятно в каком он состоянии. Мне кажется, это очень тяжело жить все время в таком подвешенном состоянии, поэтому я очень надеюсь, что он будет в финальной команде. Вот, как бы. Да, теперь мы будем ждать объявления топ-9. И да, это U9. Ждем вас.